почти доехал до Ухты. Осталось буквально-таки совсем чуть-чуть. Так, а что это впереди? Грузовик-то. Двигатель неисправен. Ну да, после того столкновения движок надо ремонтировать. Так, а что у нас впереди, танцующий КамАЗ? Ой, что он вытворяет, а? А как мне проехать-то? Девятый, вы это видели? Это танцующий грузовик. Смотрите-ка. Видели танцующий грузовик когда-нибудь? Вот он на ваших глазах. Смотрите, что вытворяет. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, парень. Куда ты едешь? На меня. Везет бензин, видимо, либо нефть в цистерне. Так, ну мы будем его объезжать, наверное. Я не знаю, что он делает. Танцующий грузовик под Ухтой попался мне. Смотрите, что вытворяет. Зачем он так дергается? Не, ну это против всех законов физики, ребята. Так грузовик вести себя не может. Можно было списать это на пьяного водителя, но нет. Это не пьяный водитель, ребята. Это просто баг. Игровой баг. Танцующий грузовик. Вы видели. Здесь пробка образовалась из-за него. Видите, какое? Какая пробка? Сколько машин? Из-за танцующего грузовика. Ладно. Бывает на дорогах всякое.